Коли на дворе не унесе значных корректив, то жнево на Гомщине почнется не про три тыдни, причем зарабить его необходимо хоть и напруженным, але рабочим процессом, а не битвой за урожай, как казали ранее. Человек повинен прийти на працу здоровым и здоровым вернуться до дому. Не в опошнюю чергу это будет задержать от выполнения правил техники безопасности. Правда, как означают удельники семинара, инший раз потребования контролирующих органов выполнить на практике просто немогчимо. На тем же айчинном комбайне, например, нема места для обовязковой скрини с пяском. Проявить находливость у сельскохозяйственных предприятий пришлось и при эксплуатации сучасных зернесушильных комплексов. Вытворцы не предупредили на их никаких конструкций на выпадок пожару, у вынику чего сушилка сгорает разом с зернем. Теперь на Гомельщине до их добудовывают специальные емкости с помпами. Каштует такая конструкция около 10 миллионов рублей, зато и позволяет избегнуть неприятных ситуаций. У вогули, как якостно подрыхтоваться до жнива, финансы сёлета самое головное. Там, где могут працевать и зарабатывать, там и становище не выкликает особливой заклопочи. У нас же и молоко, и зерно, и овощи, и картофель. Мы же больше всех садим картофеля, 1000 гектар картофеля вообще по Гомельской области. Так что у нас еще с этим делом. Так что вот все умеем пока делать. За все свои собственные средства. У поравнания с минулым годом, сегодня ситуация с вытворчим травматизмом у аграрном секторе значно лепш. У галиновым обкаме профсоюзу причину бачить у повышения уваги до этого питания с боку керавництва всех узровнев и узмацнения контролю. У тым лику за здоровьем працующих, у тым же комбинате «Усход» Гомельского района, обовязковый двухразовый контроль у медика. При необходимости он так само терминово выйдет до работников непосредственно на працовное место. Наявность фирменного спецотделения, покуль не жесткое потребование, а ледовое более настойливое пожидание. У речи это зручно, комфортно и больше безопасно при выполнении работ. У Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК кажут, что ситуация заковой працы кошмат, чем задержать от керовников предприемства. Там, где они не изменяются что год, и коллектив стабильный, и питание оховы працы за счет на контроле, плюс организованный действенный громадский контроль, что, на жаль, покуль означается, не усюды. По порядке 1640 человек общественных инспекторов. Если бы эта армия действительно заработала так, как положено, я говорю, мы многие вопросы решили бы. Но если активные, мы их поощряем, подводим итоги, в том числе на республиканском уровне. Олег Сентеров, Максим Склавин, телерадиокомпания «Гомель».